Номинанты премии признания «Алроса» встретились с генеральным директором алмазной компании. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Сотрудники из Мирного, Айхала, Удачного, Москвы и Архангельска интересовались успехами компании в этом году и как будет развиваться Мирный, Удачный и Айхал. Главный вопрос – продолжат ли проводить премию признания «Алроса». Коллеги предлагают сделать ее ежегодной. Мне кажется, нужно посмотреть по номинациям. Наверное, как и в спорте, может быть, какие-то номинации делать ежегодные, какие-то раз там, в два года, но точно не реже. Но, мне кажется, каждый год однозначно. Как отметили сами финалисты, им неожиданно и приятно, что с ними провели теплую встречу перед важным событием. Действительно значимо увидеть руководителя компании, в которой ты работаешь, вживую, так скажем, и тем более задать вопрос. Мне сегодня тоже удалось задать вопрос. Мне очень понравилось. На самом деле этого очень не хватает. То есть это впервые такое мероприятие, когда продумана была программа. То есть даже те, кто приехали из других городов, регионов, им было чем заняться, провести время, побеседовать с генеральным директором. Очень хороший формат, и почаще бы так проводили бы.